Кузбасс! Привет, Кузбасс! Привет, Россия! Привет, весь мир! Мы находимся в самом центре земного шара! Мы находимся в самом центре тайги! Мы здесь, потому что мы самая красивая природа на этой планете! Каждый год мы всем городом выбираемся в наши чистые реки и устраиваем самый главный сплав города. Это сплав МЗК! Га-га-га-га-га! Друзья, все вы знаете, что недавно наш город подал официальную заявку государственный природный заказник Бельсинский на развитие экологического туризма на наших местах. Мы все вместе голосовали, вошли в топ-10 этого проекта, и у нас есть отличные амбиции, чтобы победить. А если мы победим, значит, будет развитие на горе Югус, на Черном Салане, будут большие классные снегоходные туристические маршруты на наших реках и горах. Пешие прогулки, в общем, все, что нужно для настоящего отдыха и настоящих эмоций. И давайте мы сейчас всему миру покажем, как здесь можно круто отдыхать. Круто плавать. Как можно шуметь в этом городе. И сегодня мы, 1 августа 2020 года, хотим сказать всем, Междуреченск – это вход!